Мне очень стыдно это говорить, но я хочу честно сказать, что мне она поначалу не понравилась. То, как Дима это преподнес, как он ее подарил, как он вообще обыграл весь подарок, я его дико люблю, и я очень благодарна ему за такой жест, но сама машина, вот шестерка вот этого года, мне не очень нравится. Объясню почему. У шестерки у нее очень нестандартный силуэт, у нее вытянутый нос, есть горбинка. Дима даже говорит, что у меня с ней похожий профиль. Я сначала воспринимала это не как комплимент. И Дима он сравнивал ее силуэт с моим. И как раз-таки вот это мне в ней не нравилось, что у нее какая-то вытянутая морда, жопа, да, прикольная, но чего-то, блин, не хватает какой-то агрессии в ней. Глаза у нее какие-то слишком добрые. Я, наоборот, люблю, когда они злые, ты прям смотришь, когда, знаешь, подъезжаешь к какому-то стеклянному зданию, смотришь, и ты думаешь, да вот это зло воплоти. А она такая, привет, просто привет. Но сейчас... Прикинь, какая метаморфоза произошла за 4 дня, это вот 4-й день, пока я на ней катаю, и я начала оборачиваться на нее, когда закрываю машину. Все парни меня поймут, когда ты закрываешь тачку, оборачиваешься на нее, это значит, что она тебе реально нравится. Я просто сейчас понимаю, что она офигительная, просто реально офигительная машина, которая, блин, я даже не знаю, что делать. Вот реально, что внешне делать, я пока не знаю. Мне кажется, она идеальная, так, стой. Я потихонечку просыпаюсь. Доброе утро. А, сейчас еще одну фишку покажу. Сразу причем. Я, получается, делаю вот так вот. Вот так делаю, да? И когда я сейчас ее заглушу, ты увидишь, что она сделает. Вот акцент сюда, камера. Мне так это нравится, не знаю почему, она как будто такая, знаешь, самостоятельная, сама там включает парк. Я приехала к Жене, потому что у меня есть один вопросик к нему. Жень, мы открывали капот у этой малышки, и там есть проводочки, которые заставляют меня призадуматься. Уф, красота. С левой стороны, Иван. С левой стороны вот здесь? Да. Ну, это силовые провода на вентилятор охлаждения. Это штатно все, да? Все, это штатно. А что это не закрыто, там не покрашено в черный какой-то, нет? Ну, они не крашеные, она не нужна, да. Изоляция немножко, но это стандартно. Тут все хорошо, все замечательно. Ну, так вот у меня ощущение, что бампер передний ремонтировался, красился. Почему? Мне так показалось. В целом, замечательная машина, что работает хорошо двигатель. Ну, так как я слышал, как ты подъехала. Двигатель работает хорошо, все прекрасно. Даже катализаторы, да? Да, даже катализатор в норме. Короче, Жень, к тебе вопрос как к эксперту. Ты же понимаешь, что я не могу ее оставить в таком стоковом виде. Мне же нужно валево. И я уже посмотрела кучу обзоров на этих шестерки. И говорят, что их мотор, этот N63 4.4V8, он хорошо поддается тюнингу. Тюнингу поддается хорошо, но надо ли тебе это? Моторесурс-то уменьшается, и может случиться такой же момент, как и с БХ-7. Замена мотора. Можно сжечь мотор за полчаса, а можно проездить еще там несколько лет. Ну просто знаешь, вот я вчера выехала на Кутузу, а это такое место все-таки злачное, и я просто выезжаю, никого не трогаю, и тут прям за мной сзади пристраивается AMG GT и E63S. И я просто понимаю, что я хочу с ней, то есть они мне показывают, типа, давай-давай. И я понимаю, что я нажимаю тапку в пол, и этот момент такой просера абсолютного, потому что ты не можешь с ними состязаться. Ты такой думаешь, блин, зачем я родился? Я родился. Тогда однозначно надо делать стейдж 2 и смотри. Короче, Женя, как настоящий батя, одобряет, короче, делать стейдж. Но я думаю, сделаю. Если настолько это все критично, тогда надо... Это первый минус этой машины, что она очень и очень низкая. Сейчас все увидят мою жопу.
Окей, делаем старт. Она так валит, просто жесть! Давай! Она просто до красной отметки жжет, 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 жжет! Давай! Блин, она просто выжимает из себя максимум! Да, здравствуйте, можете просто оставить посылку около двери 12, квартира 50 этаж? Давайте еще раз. 12? Все, я хочу, блин, жарить на этой малышке! Что у нее еще нормально работают тормоза, хотя я уже очень много раз оттормозилась. Сейчас картинки. И даже несмотря на то, что это обычный городской седан, то есть он не предназначен, ну, по его философии, для каких-то гонок, он может валить, но при этом у него настолько крутая шумка, что X5M вообще не сравнится. Какой-то спортивный люкс. Будет смешно, если у нас не будет сейчас пути заправки, а у нас 50 километров осталось. Я правильно понимаю, что запас хода 35 километров? А ехать там 31 до ближайшей заправки. У нее красное что-то горит. У нее уже не... Подожди. А, это она красным показывает, что у нас критический запас хода, типа 43 километра. Для нее уже мало, понимаете? Именно там, где мы едем, просто посмотри. Просто ничего нет. Такой, ты видишь, что ничего нет? Подожди, ну это не смешно, посмотри. Просто тает на глазах. Уже 30. Что-то я за этим моментом 28. Да, а может наоборот спорт включить? Почему она в комфорте ест больше, чем в спорте? Пойдем на вход. Запас хода 20 километров. Ехать 11. 17. Это я не хочу так рисковать. Как ты думаешь, почему... Так, что тут у нас? 15 километров. Слушай, могли еще жарить и жарить. Считаю, что могли бы еще до Питера доехать спокойно просто. Итак, полный бак сотого на эту малышку стоит 4000 рублей. Не поняла. Я не поняла, она почему-то не едет. Просто я включаю, и она не едет. Почему у тебя прибыль обижающая? А, блин, у меня же здесь секретка. Отвернись. Все. Повалила! Ну так нельзя себя вести, ну что это такое, это что? Так, я хочу уже где-нибудь остановиться, чтобы вам полноценно рассказать о своих эмоциях от этой малышки и сказать, что я собираюсь с ней вытворять. Опять просто на блин, жесть, она так валит, она просто клубы дыма поднимает, вот, клубы пыли она просто поднимает позади себя. Я открываю мир других машин, мало мне машин, мало мне машин, мало мне машин, мало мне машин. Так, ладно, все, стоп. Давайте сейчас посерьезки уже начнем рассказывать об этой малышке. Я думала, что эти машины там X-Drive, блин, какая-то хуйня, мне не нравится. Моя жизнь признавала. Мне сейчас. Эй, ты, соберись! Только что вы видели мои эмоции после катки на этой безумной малышке, а сейчас я хочу рассказать про свое отношение к ней, так как я
никогда в своей жизни не имела машин, у которых там было, ну, меньше 5 литров движок. Я не беру Черныша X5M, потому что все-таки была не моя машина. У меня была M5 E60, у нее был 5-литровый мотор. У меня гелик G500, там тоже 5-литровый мотор. У этой малышки под капотом скрывается 4.4 V8 N63. И фанаты Асафьева Стаса сейчас мне будут писать комментарии: Дима подарил тебе машину с ужасным капризным мотором. Это что-то значит? Характер в маму. Я не хочу сейчас строить всякие возможные параллельные вселенные, если бы мне Дима дарил M6 или какую-то другую машину, которую он обозревал в своем ролике, из каких машин он, в принципе, выбирал. А список там был, ну, такой, нормальный. Что-то и Панама там была, и трешка BMW. Я скажу сразу, эта машина мне нравится, потому что она не M6. Объясню почему. Сейчас может быть небольшой диссонанс. Короче, прикиньте, вот вы, наверное, парни, очень часто собираете Лего. Лего вам дарили в детстве, кто-то покупает своим сыновьям Лего, чтобы с ними собирать и вспоминать это детство. Но вот прикиньте, сейчас вам дарят Лего, вы открываете коробку, а внутри, короче, уже собранный, понимаешь, этот конструктор. И ты такой: чего? И зачем мне вот это вот барахло нужно? 650-я, она не М-ка, и я просто вижу с ней, насколько я могу разгуляться по фантазии, что я могу с ней сделать. У меня это реально не собранный пазл Лего, и я от этого больше всего кайфую. Я понимаю, что вот здесь моя фантазия может показать все свои скрытые потенциалы. Вот хрен остановишь. Но есть у нее одна схожесть с М6. Она жрет столько же масла, сожрет столько же бензина, сколько и М-шная версия этого кузова. Если честно, я сначала думала: блин, как круто, у меня наконец-таки будет машина, которая не будет сдирать с меня последние штаны, и я буду заправлять ее, ну, типа, раз в неделю и ездить кайфовать от того, что, блин, машина малорасходная. По итогу я поездила на ней 5 дней и поняла, вот так шижи показывают, да? Шиш тебе с маслом приправленный. Какое там? Я заправляю ее почти каждые 3 дня, хотя я езжу на ней не так много. И это просто для меня открытие было в плохую сторону. Но ладно, окей. М-ка разгоняется до 100 за 4,2 секунды. Эта машина разгоняется до сотки за 4,8. И, кстати, мы это проверим, когда повезем ее в конце этого выпуска на стенд. Поэтому посмотрим, сколько в ней осталось лошадок, кобылок после 11 лет эксплуатации. Какие у меня на нее планы? Во-первых, что касается внешней части, вы подумаете: блин, белый цвет, это скучно. Парни, как бы не так. Она притягивает столько внимания к себе, потому что белый цвет настолько дорого ее, вот ее делает настолько дорогой, что кажется, что эта тачка, во-первых, не 11 года, а во-вторых, она точно была не куплена по цене нового Kia. Новый Рио впускает вас без ключа и заводится кнопкой. Это будет слишком жестко, да? Я читаю комментарии, ребят. Поэтому я не буду ее пока никак переклеивать, но если у вас есть в загашнике какие-то классные концепты в голове, то просто кидайте в комментарии, я буду все читать, и, возможно, тот комментарий, который ты кинешь сейчас, я его реализую в виде пленки совсем скоро вот на этой малышке. Но она не полированная и без керамики. Вот первое, что, наверное, сделаю после этого видоса, сразу повезу ее, поставлю на полировку керамику, чтобы она была просто красивой цацей. Потом, я очень хочу, прям вот сюда, скажите, да, напрашиваются карбоновые накладки на боковые зеркала. Кайфово было бы еще здесь на жабрах тоже карбон поставить. Я думаю, блин, мне нужно что-то делать с дисками или нет, потому что Дима их покрасил в глянец черный и сделал розовые суппорта, а я понимаю, что на самом деле очень сильно выдает возраст тачки именно диски, то есть если поставить какие-то другие диски, более широкие, то она будет выглядеть еще моложе, еще вкуснее. Я вот думаю, короче, менять диски на авторские, кастомные или нет. Салон у нее, ну, как бы соответствует ее пробегу. Салон в очень хорошем состоянии. Везде кожа прекрасно сохранилась. Причем такой у нее красивый, дорогой, бежево-кремовый цвет. Не, ну какой бежевый? Я дальтоник. Кремовый? Нет, какой? Ну какой? Белый? Но хочется, конечно, убрать вот это дешевое дерево, потому что оно то ли какое-то пластиковое, то ли, короче, непонятное, и оно ее просто дешевит. А, конечно, ну конечно, конечно, мы перейдем. Конечно? Ну конечно. Конечно. Ну перейдем к передку, надо перейти же. Конечно. Что если, вот я нашла в Пинтересте вот такой вот обвес, сюда вставим, чтобы у нее были прям клыки вот здесь такие. Короче, хочу карбоновый
какой-то обвес на нее приклеить, чтобы было прям сочно, она выглядела вот такая белая фурия. Знаешь, кого она мне напоминает? Я прям умирялась дико. Кто смотрел «Как приручить дракона», помнит, что там была белая фурия. Такая прям с глазками такими голубыми. Вот это она. Ну просто посмотрите на девочку эту. А черныш, короче, как этот экспертен, черный такой, это беззубик. Понял, да? Такой он чисто ухаживает за белой такой девочкой. Когда ты одушевляешь машину, она становится твоим другом, и ты просто с ней не разлей вода. Но когда она выдает check engine, сразу ваша дружба на этом заканчивается. Я надеюсь, что наша дружба на этом не закончится, и она будет долго-долго, короче... И тут начинается рэп. Все задаются вопросом. Вот что ты будешь делать с мотором? Вот тебе хватает 407 лошадей? Ребят, вы меня все спрашиваете. Почему? Я не знаю, ребят, она меня просто сводит с ума. Она настолько классно рулится, она настолько классно переключается, она просто вот вцепляется в землю и несется как сумасшедшая. Я не знаю, мне, может быть, ничего не надо делать с ее мотором, но как будто не хватает звука. Давай звук сейчас проверим. Мне кажется, срочно на нее нужны даунпайпы, какой-нибудь софт с попкорном. Прошивочка такая, чтобы она вкусно звучала. Короче, я думаю просто поставить звук сначала, а потом уже играться с всякими софтами, прошивками. Ну и, конечно, опять же, те, кто смотрит внимательно, помнят, что я что-то безумное задумала. Это все еще у меня в голове, но перед тем, как это делать, нужно посоветоваться с профессионалами. А насчет профессионалов переключаемся прямо сейчас. Ребят, давайте вспомним мою поездку из Минска в Москву на Е38. Тогда меня чуть не убило отсутствие света на той машине. И я нашла решение для этого вопроса, поэтому хочу вам посоветовать АМП. Что такое АМП? АМП – это по-настоящему яркий, надежный и качественный автосвет. Вам не придется переживать за него, ведь прослужит он необычайно долго. А недавно у АМП вышла новая линейка светодиодов, ребята не стоят на месте и активно развиваются. Посмотрите на эту красоту. Также уже более 5 лет компания развивается в направлении Car Audio и представляет ассортимент для замены штатного автозвука, который пришелся по вкусу всем за хорошую надежность и за широкий выбор ассортимента бренда АМП. Ребят, самое крутое – это доступность на маркетплейсах, высокое качество при цене ниже средней. Ну и главное, это наш российский бренд с большим будущим. $300, ты понимаешь, только что улетели в трубу. Это то решение, которое я искала всю свою жизнь. Просто огромный памперс на машину, который будет защищать ее от грязи. Мы находимся в BGT Workshop. Они приехали, теперь сейчас они рядом с Москва-Сити. Вон, сними, что Москва-Сити прям рядом с нами. Таймик у нас супер чел, который может вообще по любому вопросу. Подожди, у тебя камера кляпается. Вот, нормально. Короче, Таймик может нас проконсультировать по любому вопросу касаемо этой бэхи. Я знаю, что хочу сделать сначала. Хочу сделать так, чтобы она не грязнилась. То есть либо бахилу такую огромную надевать на нее. Проще нанести керамический защитный состав. И тачка будет меньше пачкаться. Гидрофоб, отличный блеск. Ну, во-первых, надо будет отполировать еще глазки ее, потому что они такие матовые немного. Но перед нанесением керамики в любом случае надо будет отполировать полностью тачку. И у меня еще вопрос есть по белизне салонов. Она такого оттенка изначально была. То есть если мы смотрим на оригинал ее, это такой кремовый, да, uh-huh. цвет? Но сиденья, не видишь, сероватые стали. Я думаю, можно улучшить. Ремни тоже можно почистить. Видно то, что ремни желтые. Если хочешь, я сейчас могу тебе вот так вот заклеить половинку скотчем, почистить эту часть, и о, ты давай. Увидишь разницу. Давай попробуем. Да. Как только ты будешь готова оставить тачку,
Ты ее привозишь, мы ее отмываем, на месяц. Полностью осматриваем. Я думаю, химчистка 2 дня, полировка 2 дня. Химчистка будет комплексной, то есть будут сняты сиденья, почищены ковры, пол, потолок, все ремни и, соответственно, все, что можно почистить, мы почистим. Все, где до чего дотрагивалась рука человека и попа человека, будет почищено. Не только. Что не только? Попа? Это Армен, специалист по BMW. Ты же не BMW-дрочер? Или BMW-дрочер? Это что такое? Ну, типа, человек, когда сохнет по BMW... Не, я дрочер, да. Больше не по тюнингу, а больше вот по, наверное, комфортности. По комфортности? Да. Короче, мне нужна... Она и так комфортная, но я бы хотела, чтобы она с эстетической точки зрения еще стала более красивой внутри. Значит, можно поменять монитор на MBT EVO от G30. LED-приборная панель. Так, вот они. Такая? Да. Ой, да, кстати, мне такая больше нравится. Полностью ЖК. Карбон. Карбон, да, полностью весь декор, который сейчас в дереве или в глянце, то есть полностью карбон, да, сделать. И в дверных картах тоже, да? Да, в дверных картах. Блин, это моя любовь, сделать кованый карбон. Я так о нем мечтаю. Многие, правда, думают, что это почему-то какая-то тема на любителя, но мне почему-то карбон кованый очень нравится. А, слушай, а сделать на нее еще такой спойлер, не скамейка, а именно маленький такой вот здесь. Ну, можно сделать, да, это сабля называется. Хочу себе сделать 4 дула. Можно насадки переварить, ну плюс, когда мы сделаем даунпайпы и программно реализуем попкор, звук будет поинтереснее в выхлопной системе. Все, спасибо большое, Армен. Да, пожалуйста. Еще увидимся. Мишань, человек, который отвечал за шиномонтажку, он сказал, что как только я ему позвонила, он вышел, чтобы встретить этого таксиста. Он сказал, что набрал этого таксиста, и тот ему говорит, как ничего не бывало, типа, чел, у меня нет никакого заказа, я ничего не везу. Короче, рассказываю. Ехала я, никого не трогая, по ТТК, и тут нежданным образом передо мной возникла Марианская впадина, ну и я, не думая, в нее въехала, конечно же. Оба колеса в смятку, и это жутко обидно, но еще обиднее, что им было меньше 2 недель. Причем я оглянулась налево, направо, и помимо меня в эту же историю вляпались еще 3 тачки точно. Не одна я такая растяпа. Я еле-еле доковыляла до ближайшей шиномонтажки и давай расслебывать историю. Ну и все, конечно же, на стрессе. Без него ведь никак. Завтра с утра пораньше на Диностенд ехать. Ответственный момент все-таки. Ну и вот я заказала из дружеского автомагаза шины в круг. По паре ведь никто не продавал. И они отправили их мне курьером. И тут начинается самое интересное. Все хоть раз вляпывались в конфузы с курьером, да ведь? Ну, блин, что я спрашиваю, конечно же такое было у всех. Мой курьер забрал колеса и вез их мне. Спокойно вез. Я курировала его движение на подъезде к шиномонтажке, на ломаном русском и языке жестов в придачу объясняя ему, кому передать груз, и тут гражданин просто испаряется. Не берет трубки ни мои, ни людей из сервиса. Короче, капец. Ну и дальше вот что было. Я с ним разговаривала буквально 15 минут назад. Теперь он перестал брать трубку, когда уже как бы закончил. Аппарат абонента выключен. Все, просто свершилось. Дело Мария, спасибо. Инсценирую эту ситуацию. Такой, алло, да, шину везу, да? Ашме, мане, мане, мане. Ну, никого нет, просто берет в сугроб, кидает эти шины. И такой, все, давайте, пока, я поехал. И выключает телефон. А зачем выключать телефон? Типа он боится, что мы его настигнем. Это самое быстрое расследование, мне кажется, в мире. Сегодня мы собрались здесь, чтобы надрать попу одному человеку, который обзавел меня вот этой машиной. Дима, представь своего беляша. Привет, братва. Ну, на самом деле, жопку здесь надирать пришел мой медвежонок. В нем 555 сил, разгон до сотки 4,7, у этой тачки 4,8. Сил 407, да? Ну, короче, примерно равные условия получается. Конечно, сейчас не лучшие условия для заезда погодные. Но в целом полный привод, так можно по приколу попробовать. Сейчас просто так по фану, чтобы показать ему, что он будет видеть только мои стоп-сигналки. Погнали. Так, я думаю, у нас будет 2-3 заезда с места, там, с 40, с 60 км в час. И у меня есть небольшой бенефит. Я опустошила бак, поэтому мы немножечко облегчились. Но у нас 2 человека в машине, я и Коля, а у Димы, получается, он и камера. Вообще, конечно же, сейчас максимально хреновая погода для любых каких-то таких дел.
не понимаю, почему Ангелина хочет именно сегодня это сделать, но попросила просто чуть-чуть там вот понять просто у кого хотя бы там получше ускорение. Ну, как это сделать в такую погоду, я не понимаю. Я спорт забыла включить. Блин, давай! Я не понимаю, она как будто долго сматывает. Да! Да, но у меня был фальстарт, понимаешь? Давай! Тапку в пол, у меня еще Коля тяжелый сидит в машине, но я все равно в какие-то моменты тебя обгоняла. Ну да, было глупо надеяться, что Белоснежка сможет надрать жопу медвежонку. Но ничего, а мы едем дальше и переходим к Насте Туман. Ребят, мы приехали в БГТ, чтобы отдать шестерочку на полировку, керамику и так далее. И заодно мы сейчас снимаем классную, что это у нас, автодевочки с Настей. Да, выпуск на мой канал. У меня есть рубрика «Автодевочки», где я освещаю девчонок, которые из мира авто. Это и дальнобойщица, и гонщица, и просто драйвовые девчонки. Вот что я хотела сказать, прям девочки на драйве. Так что смотрите выпуск со мной на канале у Насти, а мы... продолжаем. Ладно, раз уж мы встретились с Настей, то я хочу у нее спросить насчет этого мотора и насчет того, что она думает по поводу стейджа. Все-таки Настя, она следующая девушка в этих всех сферах. Снимала, кстати, шоу в «Утилизатор», так что ты телеведущая, автотелеведущая, да. Как вы можете описать этого Коляна? Коляна? Ну да, такой мерзотный тип, неприятный. Ага, тот самый, да? Ну, капризный. Подожди, довольно. Подожди. Ну, если что, мы про мотор говорим, да? Не туда закопались. Ну да, есть же N. 63 здесь, да, угу. Есть Николай и Михаил, да-да, точно. Я вроде бы как бы и типа около BMW, но в то же время нет. Так у тебя была тройка, да? У меня была тройка, E92, купешка, твин-турбовый мотор. Я думаю, что поставить Stage 1 будет не смертельно на нее. Ну, я думаю, максимум отрыгнут турбинки. Максимум. Кто не рискует, тот, как говорится, не создает контент, да, а ты блогер, поэтому почему бы не рискнуть и попробовать, как оно получится. А там, если что, ты же думаешь еще сделать из нее вообще там супер-мега-пушку. Можно и УЗ впихнуть, да, это самый надежный японский мотор. Если что, ссылка в описании была бы, но нет, когда-нибудь я буду ими торговать, но не сегодня, пока. Ты говоришь, что у нас тачка не заводилась, да? Да. Это заправка. Смотри, она просто живет своей жизнью сейчас. Вот я нажимаю на старт-стоп, хочу завести ее. А у тебя карабас в паркинге? В паркинге, да. То есть я не понимаю, что это делать. Опаньки! Мы приехали на один стенд, но походу мы не будем сегодня забираться, мы едем отсюда. Ну видишь, она, вон, слышите? Это так... Стартер не прокручивает. Ну, он просто не схватывает, мне кажется. Дай закрутить. Причем еще на таком месте стали неудобно. Нет, она даже не реагирует никак. Она вообще никак не делает. Что-то происходит? А вот сейчас мы... Коля! Это знаешь, что было? Что? Полный тупняк, просто. Короче, она не разблокировала лучше секретку, и поэтому она не давала себя завести. Я сколько раз... я говорила, что здесь секретка какая-то. Блин, просто какой-то тупняк. Мы приехали на замор... Замор! На замер моей малышки. И сейчас мы узнаем, сколько в ней лошадей осталось с... 11-летнего стажа эксплуатации на дороге. Я свои прогнозы ставлю, что где-то 380 лошадей все-таки она должна иметь. Настя сказала, что когда она замеряла свой...
захвати парней чисто. Настя сказала, что ее Skyline умер, когда она замеряла его на этом диностенде. Наша семерка умерла, когда мы замеряли ее здесь же. Что будет с моей принчипесой, я тоже не знаю, потому что буквально за метров 7 до диностенда она просто решила встать как вкопанная и никуда не ехать. То есть она дала уже свой как будто такой невербальный отказ от этой идеи. Но я надеюсь, что все будет хорошо, и мы справимся с этим, как и моя малышка. А там секретка, нужно... Направо и два раза. Теперь все подписчики знают, какая у тебя секретка. Так, короче, каждый раз, когда я говорю, что там нужно сделать, какие манипуляции, это запикиваю, ладно. Не, ну звук она имеет, да? Какие даунпайпы на нее можно сделать, да? Закинуть чисто. Виталий его зовут. Извините. Вы не сможете сказать, сколько стоит вот установка диностенда? Это, по-моему, дорогое удовольствие же, да? Ну, когда он стоил 250 тысяч долларов. По заводу ты сколько там стоит? По паспорту 407 лошадей. Это мой первый раз. Поэтому я очень переживаю. Итак, вот это значит лошади. Вот это ньютоны. Окей. Ну что, у нас все готово, и прямо сейчас мы будем замерять мощность этой малышки. Я надеюсь, что она выдержит это испытание и покажет себя на все 100%. Выше, чем обычно, я всегда занижаю свои ожидания, чтобы не расстраиваться. Как бы, как говорится, не очаровывайся, чтобы потом не разочаровываться. Я поэтому сказала, типа, 360 будет, а по итогу она выдала на 2 лошадиные кобыльные силы больше, чем должна была. И это спустя 11 лет, ты прикинь. На 2 лошади больше, мотор в хорошем состоянии. Дима старался, искал мне машинку с хорошим сердечком. Чтобы у меня все по кардиосистеме было нормально. Чтобы ты ее потом мучила с третьими, вторым, третьим, пятым. Все, на этом моменте можно ничего не менять, там ни форсунки, там, ни фильтра. Короче, сразу просто бахать. Просто так накатываем и все. Они цвета чугуна просто. Это знаешь? Это была типа графика. Это были белые такие нормальные ворота, я думаю. Я как будто снимала, кто помнит мое творчество еще 2 года назад, М5-ю Азиза Атаева. Но это была не простая М5-я, это была дизельная М5-я. И вот у нее каждый раз, когда мы давали ей прям жару, выходили, смотрели на ее жопу и понимали, что жопа у нее просто черная. Просто ты так проводишь пальцем, ты как будто на локомотиве с углем прокатился такой, ну чисто как будто в шахте побывал. Вот то же самое, я думаю, вот на этих воротах. Ребят, вот и подходит к концу это видео, но начало истории этой малышки только начинается. Обожаю это делать. Короче, я думаю, что вам понравилось это видео, и тем более такой душевный подарок от Димы. Я думаю прокачивать эту машину, и сейчас очень хочу увидеть фидбэк от вас в комментариях, что конкретно сделать с этой тачкой. По внутрянке, по внешке, по мотору.
очень много идей, но все-таки я хочу, чтобы вы тоже внесли свою лепту. Поэтому пишите комментарии, ставьте пальцы вверх. Всех люблю, целую. Пока-пока. А прикинь, короче, в нее засунулись мотор М5 Е60. Типа до 52. Ну да, я могу с Димой договориться.